Всем привет, дорогие друзья, с вами Миша, и я покажу вам новое обновление Майнкрафта. Сейчас я нахожусь на такой карте, Миша Сити. Эта карта я создал просто так, и теперь играю с друзьями. Она вот такая. Посмотрел обновление, даже флаг свой придумал, сейчас покажу. У меня, конечно, чуть-чуть подлагивается такая. Но у меня телефон довольно старый. Старый. Ну вот у меня такой флаг. Получается, обновление в том, что добавили синие знамя. Ну, что такой вид, вы уже знаете, мне лично это не нравится. Добавили стеклянный стекла, можно теперь слушать музыку с дисков. Сейчас найду. Кстати, еще добавлю вот это. И можно слушать теперь музыку. Гип-гип, ура! Можно так сказать. Ну, впрочем, это все обновления. И также можно делать вот так. Когда у вас несколько игроков, то вы можете там у них все влиять на них. Ну, понимаете. Также можно во время игры менять сразу же скин. То есть для некоторых это удобно. Особенно можно так писать. Но если вы знаете игру цивилизации, то ты был сначала в каменном веке, а сейчас уже в бронзовом, скажем. Ну, у меня вот такая карта. Надеюсь, вам понравилось видео насчет обновления Майнкрафта. И сейчас покажу, какая версия. Ненавижу. Что самое вниз, минус, который один из тех, которые мне не нравятся. То, что я привык, и, наверное, другие игроки тоже, что когда нажимаешь самый низ, то ты выходишь из карты. А меня всегда подлагивает. Чуток. Но новых телефонов не должно быть такое. Кстати, тут есть подсказки. Ну вот, версия 1.2.0.3. Ой, 1.2.0.31. Спасибо за просмотр. С вами был... Вы заметили? Это бета. Бета? Ой. Я думал, уже бета пропала. Были альфа, бета и так далее. А сейчас причем тут бета? Ну ладно, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.